Понимаешь, на Лену он не достал камеру, да? Лена, типа, уже снимал. Я такая, да, снимал уже Лену? В коридоре, я такая клоун, передвигаюсь. И из номера сделали салон красоты? Или как это, где мейкап делают? Как это называют? О, господи, это круто вообще. Вы что, первый раз видитесь? Нет. Нет, я смотрю на его кияк. А почему Антон не приехал? Женя расстроилась. Номер для молодоженов. Да, да. Классно. У нас здесь были брачные игры. Киски, малышки, зайки, лапули. Какой-то прикол. Вот, например, сейчас он к вам заигрывает, потому что вы девушки красивые, да? Если бы была какая-то пара, парень и девушка, он бы начал прикалываться в плане свингерства. Это нормально, да? И вот он тогда как начал прикалываться. Я сижу уже и не знаю, куда мне деться. Они же думают, что я тоже такая. Русские. Они думают, что я тоже согласна, раз он это бла-бла-бла. И они, я смотрю, а что ты, чем ты предлагал? Просто ну, он просто, им надо что-то говорить. Он такой человек. И потом они соглашаются. Это был самый прикол. И я была сделали? В шоке. Он сразу дал заднюю. Да, ребят, я ее снова приглашал. Я ее не приглашал? Я вам говорю, он такой. Я проверял. Она соглашается реально без этого своего парня. И потом парень, я так понимаю, не против. И Вова такой, все, домой же не идем. Я говорю, а ты же это? Не-не, все, домой. Я пошутила, начинает эти вещи говорить. Все, он такой, чик, и все, домой. И потом даже не вспоминает. Приставай, он будет вам, он сейчас найдет там в клубе какую-нибудь еще третью, пятую, десятую. Приведет. Он просто, а потом, как дело какое-то коснется, он сразу такой, Жень, пошли домой. Я устал, мне так плохо. Забрала меня в рабство. Хочешь, чтобы я с ней везде ходил? Я вообще думал, что ты другая, а ты на самом деле такая отзывчивая и такая добрая. Я так... Мы идем за резиночками. За резиночками? Как смущаешь. Да ты... Я сам вообще смущаюсь. Короче, мы идем за резинками для волос. Для волос. С резинками для волос. Мне сказали, что... нельзя ходить в халате по гостинице. Ну да, это было бы вообще странно. А почему нельзя? Пятизвездочный отель, напротив Путин живет, а ты в халате. Путин живет. Да. Динг, динг, мейкап мой ром. Можешь постучать? У нее, нет, это для ключа. У нее прям дверь такая. Этот. Массива сделала. Ну она деревянная прям такая. Заходить, парень! Привет! Вот, если ты кликался номером. Капец у тебя костюм, блин! Ага! Это у вообще... У меня есть, хотите? Хотим! Я хочу вообще ураган! Ты видела ее костюм? Она секси! Да, секси, это не то слово, блин! Антон, ты там? Да, Антон, привет! Женя по тебе скучает, чего ты не приехал? Привет. Женя тебя спрашивает, приезжай! Классно! У тебя... У тебя завтрак здесь? Смотрите, Аня... Аня кушает, завтракает, или что она здесь делает? Аня ужинает. Да, Аня ужинает и смотрит на Кремль. Да, я не туда приезжаю. Какой дурак вообще. Ну какой есть, простите. Погладь ее? Да, да. Погладь ее? Все, короче, блин, убери тебя. Смотри, у нее прям вообще костюмчик, видишь? С молнией. Да, Вова. Сейчас все мужики мои там будут. Понял? Понял? Поцелуйтесь. Так пропустили. Ты просто плачешь. Почему цены на нефть падают? Ты плачешь нефтью. А они наоборот, все смешно. Тебе же смешно? Конечно.
I want it to be mine. Приехали на массаж. Женя сейчас будет делать массаж. Гражданин Индии. Индиец. Вот так здесь у них выглядит раздевалка. Здесь нам дают халат, тапочки и все принадлежности причиндала. Переоделся. Сейчас иду на массаж. Мне будут делать европейский массаж. А Жене будет делать индийский массаж. Такая музыка классная, расслабляющая. А это у вас что, просто для красоты? Или это вы будете с помощью этого делать массаж? Нет, я не индийский массаж буду делать. Все, европейский, я понял. Смешанный, европейский, восточный. Здесь можно вдвоем с девушкой прийти и делать этот. Или с парнем, кому как больше нравится. Не бойся. Я говорю, идет, ест. Привет. Ты идешь? Да. Лена, сегодня, как всегда. Вот. Я разродился, а? В этом. Гаси, ты разродился. Я буду, как ты меня будешь. Гум. Гум. Да. Че, давай посмотрим, как ты живешь. Вот да, что ты с ним спрашиваешь? Ну так, да он уже зашел. Ну, у тебя тоже здесь классно. У тебя прям так уютно. У тебя столько покупок? Это не покупки. Это подарки. Да, действительно. Что? Мне завтра сказали, клиники. Подарки. Мне тоже. Тоже закрыли? А что за это? Коляска? Да, нет. Это тебе передали столько? Да. Как ты потащишь назад все? Дай нам часть. Какой нам часть? Вот еврей. У нас есть. У Лены здесь душевая кабинка. И ванна вот такая красивая. Туалет отдельно, раздельный. Мне кажется, у тебя здесь недавно делали ремонт. У тебя нет ничего еще сожрать? Ты же съел все, что доел последнее, что у меня было. И шаурму ты еще ел в лифте. Баба, у тебя глисты, наверное. Ну, не говори. Один вот, видишь, глист большой. Такой назойливый. Да. Назойливый глист. Молодец, нет, ты молодец, ты пришел, ты чистый, поел. Ну, а здесь что? Не, так, там мини-бар, там ладно, же платно. О, подожди, а это что? Это туалет. Слушайте, у нее два санузла, реально. Вот эта Audi здесь стоит с самого начала, как мы сюда приехали уже, наверное, неделю. Просто для красоты. Да, я тоже думаю. Или это твоя тачка? Кто ж тебе скажет? Или это твой отель, Лена? Нам вчера рассказывал наш друг, то, что здесь строят квартиры. Одна квартира будет 500 тысяч долларов стоить, самая дешевая. 700. Мы посчитали. На стадии строительства. Он так вот прям по точкам нажимал. А тебе было больно, когда он на ягодицах был? На ягодицах был? Я имела в виду, когда он был на ягодицах своей ягодицы. Видишь? У меня такое ощущение, что я сейчас сойду с ума от женских разговоров. Что, оно вредно? Оно обновляется, выпадает новое. Они не вредно. Они без остановки рассказывают про свои прически, про свои ногти, про своих мужиков. Он обманывает. Это вырезать из видео, ты обманщик, понял? Обманщик девчачьих сердец. Закатывал, значит, да? Закатывал трусы. Так губу. Что вы не ящик? Закатывал губу. Закатывал глаза потом. Это он мне, что Женя вообще ничего не делал. Ух, блин. Ё-моё. Только доски брызги. Stand up in the club. Come on, let's go. She want me to come. You want me to go. And if you wanna fight, let's start a show. Cause I want you to be mine. Это Гринч, похититель Рождества. Ты целовалась с Робокопом? Встаньте, дети. Леда, встаньте, дети, встаньте в круг. Здесь
56 да. рублей. Вот, видите? Ой, это $1 туалет стоит, а душевая кабина $5. 300 рублей. Здесь перинальный столик. И можно в душ сходить. Помыться, умыться. За 300 рублей. Пойдемте, а то Ленин сейчас выйдет. Я скажу хай в Урангоне. А что ты сказал? Я сказала привет, как дела? А теперь ты скажи. Как? Hello, Bill Gates. Только hello, и все. А Bill Gates? Не знаю. Bill Gates. Ага. И здесь туалет. Ну, санузел. Потом теперь иди. У меня ванна чуть другая. Да. А теперь иди туда прямо. А теперь видишь, ты сюда выходишь? Да. Удобно. Капец у людей порядок. Ты заметила? Люди живут в Волге. Ну? Кофемашина есть. Это смежный номер. И там... Пиво не сбейте! Оно не загружается, это не работает. У тебя тут что, снимает или не снимает? Да, он все это время сидит и снимает это из-под тишка. В смысле из-под тишка? Я забыл просто с прошлого раза выпил. 5 минут. Кобелка полезла на окно. Нормально, тёлка. Ну, я нормально, и говорю. Да, эффектная. Давай. Ты повернись. Сейчас там на тебя смотрят с Кремля. Юбку чуть делать? Повыше подними. А чё, музыки нет? Есть Саша, есть Вова. Саша. Короче, я сейчас сам все запишу, раз вы... Ты нафига сказала, что я как Дэнди? Ты правда сказала? А Дэнди это что, обидно? Что Дэнди? Нет. Ты вообще знаешь, что такое Дэнди? Знаю. Это не Бэмби. А ты скажи. Это из игры? Кто? Красивый мальчик такой. Дэнди? Ну вот типа Ловелас. Дэнди? Нет, не Ловелас. Это парень, в то время был очень образованный, хорошо одетый, который знает несколько языков. А, ну вот как я. Как я. Жень, садись, я тебя сфотографирую на фотографии с Леной. Давай сядем, да, на пыль. На грязь. Здесь еще холоднее, чем на улице. Это вообще жесть. Даже? Это здесь что, фильмы снимают? А, вон декорации. Видите, как деревья в фильмах растут? Да, здесь фильмы снимают. Сейчас будут фильм про нас снимать. Как мы приехали с Германии в Алмату. Здравствуйте. Как вы играете? Сами себя мы играем. О, это круто. Вы блогер. Да. Тогда вам сюда. Вот, прям реально, смотрите, кино снимают. Круто. Нужно мне роль какую-нибудь? Ну, там же по расписанию девочки. Желательно главную. Ну, так я же не режиссер. Смотри, покемон. Это кто-то из нас здесь будет стоять. Настоящая съемочная студия. С напитками. С шампанским. Давайте, знаете, как сделать? И режиссера найти... И заговорить, как ты умеешь. Я буду стоять в самом центре. Мы же решаем. Решает мужчина. Тогда пошли искать его, будешь улыбаться. Я не знаю, кто. Поддакивать. Ты знаешь, как когда продюсера ищет. Лена сказала, что я Дэнди. Я передаю всем привет. Всем немцам. Всем немцам Казахстана. Казахстана. Я таким же был вчера. Только у меня волосы белые были, а борода была зеленая. Мы сделали кого-то одного такого. Что? Ты зачем открыл? Смотрите, это наша гримерка. Мы начинающие звезды. У нас есть гримерка. Привет, кроксы. Как дела? А где халат? У меня черный халат. Слушай, у меня с тобой столько видео, не столько пришлось вырезать. Да? Пошло. Привет, как привет, дела? Хорошо. Я тебя не этот. Не узнал? Да, Final Cut? Похоже на Adobe Premiere. Я в Adobe Premiere редактирую. Ты сейчас будешь видео делать? Ну, да. Про я что? Про тебя в халате. Про меня? Да.
монтаж заметь. Пипец! Краснощеки! Краснощеки! Могу выговорить. Молоко вдвойне вкусней, если это Milky Way. Капец, ты как это? Рекламодатель. А Лена просила, чтобы я засмеялся, а я а не он смог. Он не засмеялся, когда я просила, а потом засмеялся. Скажи сиреневенький. Сиреневенький. Я сказал, смеялся. Аня, скажи сиреневенький. Да, она главное сказала, нормально. Да, он да. Как заржет вообще. Привет. А вы не знакомы, да? Да, меня Владимир зовут. Очень приятно. Да. Очень приятно. Жить. Да. Сегодня там оливье. Я просто для команды. Оливье, мы сейчас историю просто про оливье слышали, не что надо. Оказывается, 12 видов спермы, нашли в каком-то оливье. Опасно, это, надеюсь, не самое. Здесь меч не не, отель, в оливье 12 видов спермы. От него даже... От него забеременеть можно. Да. Опасно, опасно. Нет, что-то у вас не так. Ну почему это вас меня это так встревожило? Нет, это не меня, это Лену встревожило. Да что ты врешь-то? В сперме есть щелочь. Да? Не может этого быть. Вообще вы веселые люди. Как мы ребенка сделали. У нас щелочной ребенок. Я думаю, здесь тоже делала оливье до нас, поэтому как бы. И шампанским обливались. Первый раз он завтра с оливье хороший. На всю жизнь. Никакой Новый год. Новый год, ну да, надо же обновлять. Может, это у них ритуал такой был? Да, да, да. Не зря мы сходили. А борщ с месячными никто не пробовал? Вино только скорее, типа средневековое приворотное зелье. Да. Ну да, если в оливье... Не рассказывай тогда, просто Лена уже не ест оливье, если она еще борщ не будет есть. Я даже не хочу. Станет она лексичкой. По борщам все нормально. Что, в что говорит, в борще месячный? Не, я, ну просто это ассоциация. Я параллель провожу. Здесь снимают, оказывается, сериал «Кухня» Yellow, Black and White. СТС, осень 2012. Или снимали? Универ. Здесь универ снимали? Или снимают? Капец. Здесь универ, да, снимают? Ага. Там? Рассказываю. Очень приятно. А вы что? Зачем вы меня снимаете? Нет, просто я твой фанат. Я говорю, ты Антон? Он говорит, я Стас. Да, да. Нет, а у нас был такой период, что мы смотрели почти каждый день в интернете новый универ, новая общага. Да. И он сейчас его встретил, да. В коридоре. Ну, а он говорит, а вы, говорит, кто? А мне надо было сказать, я твой новый продюсер. А ты Антон. Я тут ник снимаю. Антон. Да, и теперь ты Антон. Да, надо сказать, я тут ник в соседнем павильоне снимаю. Режиссер. Да. Все было нормально. Да, и все. Пойдем попробуем заново с кем-то другим. Пошли. Отряд все отошли, на исходный выстроились, мы делаем тест камеры, пожалуйста. Давайте. Начали. Давайте пока просто тусуемся, ребят, тусуемся, мы тестим камеру. Тусня. Шлакоблоком, типа как ясь, мужик орал, это же ясь. Но, а может быть, наоборот, попробовать просто мило, как вы хотели. Ну, можно, да. Да. Ага, давайте. Да, посмотрим, что сделаем в дубле поправки, да? Хорошо. Я думаю, если она будет танцевать, спасибо, будет круче. Если она будет танцевать. Мне кажется, лучше его все-таки держать. Она танцевать мы любит. Начинаем с вас. Вы кем будете? Я наряжаю елку. А ты? А я заигрываю с Дедом Морозом.
А Дед Мороз где? А Дед Мороз там на диване. А Дед Мороз он очень старый, он приморился, и поэтому надо... Он еще надо его... Я слишком молода для него, прости. Надо его распинать. Да. Ну, ему уже сказали, что ему надо распинаться. Меня не взяли. Он подтанцовывает. Нам настроение... Да, я буду вас поддерживать, подхваливать. Да. Молодец, молодец, давай больше заигрывай. Капец у тебя роли, блин. Кидать в людей косметикой. Не завидуй. Во, а у меня хотели кидать? Ну, нет. Типа в камеру. Вот, какая хотите какая косметики? Вот вам косметика. Я хочу сделать. Ей на какой высоте держать этот? Ребят, посмотрите, что каблок у меня на высоте, наверное, стоит. Выше надо. Чуть-чуть ниже надо. Чуть-чуть ниже. Нет, вообще ниже. Можно чуть-чуть полшага назад? Ich kann auch sehr gut auf Deutsch reden. Ich kann mit ihr. Was soll ich dir erzählen? Soll ich dir einen Witz erzählen? Это значит то, что ты немецкий шпион? Лишние все из кадра! Все из кадра вышли лишние. Очень поехали! Музыка! Музыка, музыка, ребята, выкручиваем! Выкручиваем музыку, ребят, что там такое? Ich darf dafür dazu keinen Kommentar geben. Ich bin ein normaler Bürger. Сколько примерно стоит вот эта косметика, которую у тебя в коробке лежит? 2,5 или 1 штучка. Да, ну, а почему вы не бросаете использованные? Потому что это не... Ну, 1100, наверное. Вот это? Нет, на 50? Не, вообще вот косметики 1100, я думаю, будет точно. Техника основная, даем. Хорошенько. На сначала прям вот это же. Вот это сначала. Девушка вот отлично просто играет, суперски. Только режется чуть, ну ладно. Так, дальше. Мы можем там менять. Это мы можем. Женя справилась. Меньше конфетти, сейчас будет их много, и может будет какое-то развитие интереснее, чем типа все вокруг конфетти. Непонятно. Так, здесь... Вот, сейчас будет все нормально. Косметики почти не осталось. Косметики не осталось. Она поломалась, посмотри. Отлично, у тебя отличная мимика, вот прям... Да, вообще. Вообще супер. Стоп. Обними Аню. Обними Аню. Обнимитесь. Не, все втроем. Ребят, если дубль классно будет, мы все его посмотрим, пойдем домой. Всем покажем, не проблема. Нормальный чувак. Да, отлично. А кто там, угадайте?
снимай маску. Мой покемончик. Ты вот рядом с тобой жена. А почему ты с собой разговариваешь здесь? А что, нигде с женщинами разговаривать? Нет, я бы запретила. И что, да я же шучу. Какая у тебя красивая жена. Какой красивый разрез. Я ему даже знаешь, что говорю. Такая любовница. Потом найдет какую-нибудь, зараза. Да, да, мне можно все. Нет, ну она же знает, что я какую-нибудь, она его хорошую найду. Что тебе принесли? Я такая голодная. Что это? Семка? Лосось со шпинатом. Угости? Угости Лену. Лена, будешь? Пусть она попробует. Не надо же. Лен, ну попробуй, ты же из Норвегии. И поэтому мне надо еще раз предложить рыбу, которая у меня каждый день на ужин. Ты съела эти штуки полностью. Да, мне сашими. В Японии ты бы вообще там, они прям живые, уже едят эти каракатицу, да, они прям шевелятся, вот так, да. Шел на завтрак. Вот уже Саша. Александр с Викой. Постановка. Алло, мой номер это Александр. И Вика. Вика. Момент как раз такой прям. Да, с едой. А кто там сидит? Вова. Узнаешь? Это же твоя фанатка. Ты же ее фанатка. Это твоя фанатка. Ты же ее фанатка. Моя зритель. Нет, я не ее фанатка. У меня сестра Яна фанатка. И, кстати, Яна, если ты смотришь это видео, вон за тем столом сидит Валерия. С мужем, со своим. Вика с Александром сегодня уезжают. Так грустно. Улетают. Улетаются. На корабле. Так грустно. Лена тоже сегодня улетает. А, Лена уже уехала. Лена так растует. Что я к вам так привыкла. Как я буду скучать по Вовиным шуткам? Аня, мне тоже вчера уходит. Ну все, Вова, ты меня больше не увидишь. Прям так категорично. Да. И потом этот, оказывается, они пошли не по той дороге. Возвращается и еще раз мы с ней встретимся. Как открыть? Как открыть? Просто крышку попробуй. Подвис. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы как открыть? Вы с Валерией, да, кушали? Кушал, да. Мы хотели сфотографироваться. И со Шреком. Постеснялись. А это что? Это камера GoPro. А, да. Ну, в общем, блогеры, ютуберы. Да. И у нас здесь тоже как мероприятие, да, и мы хотели подойти, но как-то постеснялись. Ну и правильно сделали. У нас такое. Я их давно не видел, мы так хорошо поговорили. Ну, мешать не хотим. Шестой. Всего доброго. До свидания. Мне прикольно запахло. Да, я попробую. А ты же вообще ничего не чувствуешь? Не, я чувствую запах. Я отсюда чувствую. Да? Да. Я не знала, вкусный? Да. Неплохой такой дорогой запах. Пошлите к вам, поснимаем. Пошли к нам. Пойдем, да, мы приведем вас. Ничего, как открыть? Как открыть? Сейчас не буду. Не, он повторял за нами. Да. А что с ним? Взрослый мужик, как Вова, такой же. Президентский сьют у Вики с Александром. Марина Диоржи, Лучше Москва. У вас там трусы не разбросаны? Какой у вас красивый все-таки номер. Здесь даже кофемашина есть. Мы живем, получается, под ними, там внизу. Мы соседи снизу. И у нас номер, ну, не такой большой. У нас вот эта часть, она гораздо меньше. И у нас здесь спальня. У них спальня там. Поэтому, когда Женя ругается, кричит, они нас не слышат, в принципе, если здесь не сидят. Там Москва-Сити, Кремль. И здесь парк строят. Мы будем по вам скучать.
Мы вас так и полюбили. Я даже не знаю, как я теперь буду спать с Женей. Ну а то у меня есть Вика. Ты не забыла. У меня есть Женя. Мы же сейчас вернемся в номер. И я тебе все припомню. Yeah, I'll just tell you my